Здравствуйте. Хочу рассказать, как сделать самодельную блесну, вращающуюся. Для этого понадобится кусочек проволоки столистой, тройник, заранее приготовленный лепесток и бусинка одна. Сначала из проволоки делаем небольшую булавку. Застегиваем получившуюся булавку. Одеваем бусину. Затем одеваем лепесток. Дальше делаем кольцо. За которую будем в дальнейшем цеплять блесну эту к спиннингу, лотку к спиннингу. Откусываем излишки. В целом блесна практически готова. Сейчас застегиваем получившуюся булавку, одеваем тройничок, застегиваем булавку обратно. Все. Блесна готова к работе. Блесна хороша чем? Тогда блесна имеет длинную ось. К ней не надо дополнительных каких-либо, так сказать, поводков стальных. Она уже защищена, так что щука, чтобы перекусить доску или плетенку, ей столько не заглотить практически. Для красоты на тройник можно навязать мушку. Но, в принципе, она и без мушки уже вполне рабочая. Спасибо.